рада пригласить на свою персональную выставку, которая проходит в культурном центре «Зеленоград». Прекрасный зал, прекрасные отношения, прекрасное пространство с профессиональным светом и профессиональной экспозицией. Этот большой зал помог мне сделать полноценную широкоформатную выставку, где удалось представить различные настроения, различные жизненные искры, различные жизненные переживания именно в больших картинах. Как вы заметили, здесь мало этюдов или маленьких работ, это именно большие картины, большая экспозиция, различные переживания, различная фактура, различная манера исполнения. Поэтому надеюсь, что зритель получит в преддверии весны и хорошее настроение, и какие-то, может быть, более глубокие переживания испытает в этих картинах. Выставка называется «Искры жизни», потому что жизнь состоит из различных впечатлений, различных эмоций, переживаний. И здесь я постаралась, конечно же, в основном представить радостные, теплые, позитивные для зрителей эмоции. Но есть и более напряженные, более глубокие искры, которые заставляют зрителя задуматься. Однако думаю, что по совокупности эта экспозиция зрителю понравится, он испытает различные эмоции, различные переживания и, конечно же, выйдет с хорошим настроением и с хорошими положительными эмоциями. Это масляная живопись, но она в зависимости от идеи картины, от тех эмоций, которые я туда закладываю, имеет и разную фактуру. Некоторые картины более пастозны, более плотны по исполнению, какие-то трепещут тонкостью исполнения, фактурный ряд становится более изысканным и более утонченным. Вообще критики иногда называют мой стиль, скажем так, экспрессивным импрессионизмом, что, наверное, соответствует моей внутренней натуре, душе и в целом отношению к жизни.